Всем привет, это Виталий, компания Boston Technic. И сегодня вашему вниманию я хочу предложить вот такую вот жатку для уборки подсолнечника, безрядковая. Работала она в паре с комбайном по лесе. Вот обращаю ваше внимание. Жатка ЖБП-7, она в отличнейшем качестве 2023 года. Отработала всего лишь навсего один сезон. Так, здесь закрыто. Ну, все цепи, она новая. Что говорить, всего лишь навсего один сезончик поработала. Значит, что я хочу показать? Прежде всего, крепление, да? Крепление, вот они. Еще раз, работала с Palisse GS. Шнеки в отличнейшем состоянии. Видно, что наработка вообще незначительная. То есть даже здесь, смотрите, циферки, которые сновья были написаны, они все сохранены. Еще раз, это безрядковая жатка. ЖБП-7, то есть это 7-метровый захват. Левостороннее подключение. Здесь также цепи все смазано. Вот сейчас у нас небольшой минус на улице. Я вам демонстрирую, да? Вот она, безрядковая абсолютно. Ценник достаточно вкусный, она как новая. Я имею в виду, ценник достаточно вкусный по сравнению со стоимостью новой жатки. Находится она в Ростовской области. Кому необходимо, срочно обращаемся, мы ее с удовольствием продадим. Можем продать ее в кредит за наличный расчет, как ваше душе угодно. Вот такая безрядковая жатка ЖБП-7 у нас уже в продаже. Кому необходимо, обращаемся.